Доброго времени суток, друзья. На связи с вами Кузнецов Дмитрий, компания «Алям», Центр юридической защиты. А вашему вниманию ролик «Сработала переадресация». Мы разговариваем от имени клиента. Компания «Эверест» попыталась наехать на нашего клиента. Ну вот мы в зародыше убиваем вот эти попытки таким вот образом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если ролик понравится. Вся информация о нашей компании в описании этого ролика есть. Для тех, кто хочет под юридическую защиту, обязательно не забудьте посмотреть видео на нашем сайте. Кликабельная подсказочка сейчас в правом верхнем углу выходит. Ну а мы с вами слушаем ролик. Поехали! Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Острикова Любовь Михайловна, все наши разговоры с вами записываются. Уточните, пожалуйста, информацию. Минуточку. Артем Андреевич, это вы? Это я, Артем Андреевич. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста, чтобы мы точно знали, что это вы. Нет, я не делюсь информацией какой-либо личной, с кем попало. Ну, так вот, я вам назову, уточните, 14 января, верно? Еще раз повторяю, если вам что-то нужно, вы выясняете. Я знаю, когда я родился, вам об этом знать не нужно. Так. А как же я могу убедиться в том, что я лично разговариваю с Артемом Андреевичем? Мне все равно. Ну, как это все равно? Это очень просто. Задолженность у вас имеется перед микрофинансовой компанией, честное слово. Помните о такой? Допустим. Допустим, помните. Так вот, почему оплаты не производится, Артем Андреевич? Нету денег. Нету денег? Нету денег. Понимаете, что это никоим образом вас не освобождает от ответственности. Молодой человек, вы работаете. Почему я должен вам отвечать на эти вопросы? Ну а как же? Нам же нужно уточнить, почему вы оплату не производите. Кому вам? Кому вам? И зачем? И почему? Компанию, честное слово. Так нет, подождите, «Эверест» или компании «Честное слово» это нужно? Мы работаем с данной организацией на основании агентского договора 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Строго в рамках закона, правильно понимаю? Строго в рамках закона. В рамках закона, в том числе 230-го федерального, верно? Верно. Ага. Ну и вы сейчас подтверждаете под запись разговора, я вам говорю, что у меня тоже запись ведется, что вы работаете в рамках закона, верно? Конечно. Да. То есть мой кредитор меня уведомил о том, что передал полномочия, делегировал возможность общения со мной некой компании под названием «Эверест». Совершенно верно? «Эверест» – это коллекторское агентство. Я это уже понял. Ваше дело не продано по договору цели, что вы имеете в виду 380. Нет, это вам так рассказали, душа моя. Правильно? А мы работаем на основании агентского договора, 1005 статья. Да, давайте Поэтому об этом вас не обязаны были уведомлять абсолютно, Артем Андреевич. Это вам кто сказал такую глупость? У вас кредитор не менялся. Оплачиваете вы также в свою юридическую компанию. Неужели вы думаете, что вам сказали, что вы в юридической компании работаете, вы можете корректировать закон? Я сейчас для вашего просвещения прочитаю 230-й федеральный закон, статья 9. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Ну, так... Именно на этом фоне у нас с вами сейчас спор развивается, Артем правильно? Артем Андреевич, смотрите, я дочитаю. Не уходите от разговора. У вас не менялся, я вам сейчас дочитываю закон. Вам было направлено. Вам бы не помешало встать и выкинуться по стойке смирно. Не говорите в параллель. В параллель я с вами не говорю. Вы мне не дали закончить. Так вот. Будьте любезны. Я же вам говорю, терпение. Что в нашей компании вам по адресу прописки было читаю закон. Письмо. Кредитор в течение 30 рабочих дней. Кредитор. Так. Даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте, заказным письмом, с уведомлением о вручении или путем получения уведомления под расписку, либо иным способом. Кем было направлено? Письмо было из «Эвереста» и «Честного слова». Вы что, «Эверест», мой кредитор? Ну, может, ваши родственники получили данное письмо и вас об этом не уведомили. Еще раз повторяю, вы кредитор, может быть. Прежде чем что-то вступать со мной в взаимодействие, вы должны были выяснить, получил ли я данное уведомление.
И здесь четко, конкретно, еще раз вам прочитаю. Артем Андреевич, по почте заказным письмом. А когда будете производить? Вы кто такие? Я же вам представилась в начале разговора. В контексте моего вопроса звучит еще один вопрос. Кто вы такие, чтобы спрашивать меня о чем-либо? Коллекторское агентство. Коллекторское агентство. Это не дает вам права корректировать законы и действовать вне закона. Каким образом мы их откорректировали, Артем Андреевич? Я вам сейчас четко, конкретно выдержку из 230-го федерального закона, статья 9, уведомление. Что вы повторяете мое имя, отчество? Вы волнуетесь? Нет, конечно. А вам надо волноваться. Абсолютно. Это вам нужно волноваться. А мне зачем? Андреевич, берите денежные средства и оплачивайте свои долги. Вы фантазировать прекратите. Я буду общаться только со своим кредитором. И вам не кашлять. Да, вот так, друзья, примерно так. Не буду долго комментировать. Все и так понятно. Кому нужна юридическая защита, посмотрите видео на нашем сайте, кликабельная подсказочка в правом верхнем углу для вашего удобства выходит. Также в описании ролика есть ссылка на наш сайт. Обязательно посмотрите, сделайте необходимые выводы и оставьте заявку на сайте. Мы вам позвоним с телефона, который указан в правом верхнем углу на самом сайте. Забейте его себе в контакты. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». С вас лайки, репост в соцсетях, подписка в группу ВКонтакте, ссылочка на группу в описании ролика. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Это те, кто еще этого не сделал. Всего вам хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия. До свидания.